таком составе. В воротах сегодня играет Пау Лопес. Ронжье вместе с Камара на флангах полузащиты. Команда выставила тандем нападающих. На данный момент одно из самых востребованных тактических построений. Это состав Монако. В защите Марипан сыграет Сибиде. Впереди Бен Йедер играет вместе с Фоландом. В таком составе. В воротах сегодня играет Пау Лопес. Ронжье вместе с Камара на флангах полузащиты. Команда выставила тандем нападающих. На данный момент одно из самых востребованных тактических построений. Это состав Монако. В защите Марипан сыграет Сибиде. Впереди Бен Йедер играет вместе с Фоландом. В таком составе. В воротах сегодня играет Пау Лопес. Ронжье вместе с Камара на флангах полузащиты. Команда выставила тандем нападающих. На данный момент одно из самых востребованных тактических построений. Это состав Монако. В защите Марипан сыграет Сибиде. Впереди Бен Йедер играет вместе с Фоландом. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Лиги 1 Uber Eats. Это Марсель против Монако. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. Марсельский Олимпик начнет матч. Марсель один из самых популярных клубов во Франции. У него долгое время была лучшая посещаемость. И сегодня велодром также исправно заполняется. Главный конкурент в этом Пари Сен-Жермен. Еще один повод для обоюдной ненависти между двумя этими командами. Об этом матче много говорили, и вот он начался. Марсель-Монако, смотрим. Действительно, такие матчи неизменно вызывают повышенный интерес. И сегодня игра должна получиться классной. Классно идет вперед. Аркадиуш Милик. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Кевин Фоланд.